Дорогие друзья, вот уже вечер, который знаменует окончание Дня Благодарения в Америке. 17 сентября 2017 года в Украине был первый День Благодарения, День Бодяки, который праздновался в Украине, и многие общины, протестантские общины, собрались вместе поблагодарить Господа за Украину. Это был прекрасный праздник на Крещатике. Но здесь, в Америке, этот праздник празднуется, День Благодарения, с 1621 года. И в календаре это особенный день, последний четверг, или это фактически третий четверг месяца ноября, люди делают День Благодарения с родителями, с внуками, с детьми. Праздник благодарения Господу за то, что Он предоставил необходимое для жизни. Победа, милость, любовь. Этот День Благодарения отмечается тогда, когда тех, кто выжили первую зиму после путешествия на Мейнфлауэр, были спасены индейцами. И вот эта победа, фактически выживание в ситуации безвыходной в Америке, этих пилигримов, которые выехали с Европы, и остался этот праздник как знаменательным для Америки. Для нас, тех, кто живут в Европе, тех, кто живут в Украине, этот День Благодарения все-таки связан с нашим тоже переживанием, с нашей победой, с Библией, с Богом. И это наш День Благодарения. Так что, друзья, за все благодарите, ибо такова воля Господа о вас. Я думаю, что нам, как и верующим, любовь, каждый день нужно делать благодарение. Мы здесь не одни. Вот Натан пришел ко мне. Идем. Познакомьтесь, друзья. Это Натаниэль Авив. Это мальчик, который прекрасный.